Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас чудесная погода, просто солнышко, тепло, наконец-то потеплело. Тут солнышко было, но было немножко прохладно. Сегодня тепло, и у нас сегодня первый выход всем семейством. И все мои внуки, моя внучка, Ур, Таня, мы все идем гулять. Они собрали сегодня коляску, и сейчас мы ее будем выкатывать первый раз. Дети уже заняли очередь, кто первый покатит, кто второй. Как бы ни случилось плохого, как бы они не подрались. Вот, но вроде как договорились, кто покатит. Всем очень хочется, все трясутся над малышкой. И она там только закряхтела, все уже бегут там. Керем де мир, кто там, кто вперед, там, кто сосочку ей, кто погладить. Целуют ручки. Так, ну, мило смотреть очень. Вот. Таня сегодня должна поехать делать документы. Почему мы сегодня выходим? Потому что приходил вчера врач, осмотрел девочку, сказал, что все в порядке, мы можем гулять. Тем более, что погода позволяет. Вот. А Таня сегодня после обеда поедет за переводом документов. Паспорта, загранпаспорта Ура. Первый раз такое требование, раньше такого не было. И будет получать свидетельство о рождении. После этого мы назовем имя девочки. Вы там все говорите, девочка, девочка. Ну, девочка. Вот мы привыкли, что у нас будет мальчик, два мальчика и девочка. Поэтому закрепилось такое имя, девочка. На самом деле, конечно, у нее есть имя. Конечно, я ее дома называю совсем по-другому, по ее настоящему имени. Вот, ну, вот я смотрю, молодежь моя вышла, и мы сейчас немножко прогуляемся. Вот так вот. Куда ты едешь? Жарко снимать. Без глазов. Вниз все кладите, конечно. Все, Керем, ты можешь там будешь ходить? Ой, такое яркое солнце на храме купола прям светятся. Мы идем по делам, ну и прогуляться, конечно. Дети чуть ли не в драку. Кто повезет, давай. Папе еще пока не досталась эта прекрасная возможность. Любимое место детей. Они-то любят под этим деревом ковыряться. Там каких-то жучков-паучков находят. Это то вы мне это делали. Это двойняшки, нет? Нет. Нет. В 3 года разница. 2,5. Ур, как первая прогулка? Тебе дали за коляску подержаться? Пока нет? Нет, херам это. Я хочу. Но, по-моему, это они не давали. По-моему, то. Ну, не сегодня точно. Малыш, отец. Ну, она спит там. Да. В новой колясочке. Прикольно, мне понравилась эта коляска. Да? Как я выбрал. А как тебе? Что тебе понравилось? Я просто только цвет могу судить. Цвет, плюс. Все остальные. Колеса я хочу большое. Колеса, конечно, удобные. Такие большие. Особенно тут вот. Амортизация хотел. Амортизация. Ну, там есть. Да. Газовая. Да? Или пружины там стоят. Видишь, что ты здесь нет? Нет. А, вон пружины, вижу. Ага. Мы гуляем с семьей. И вот хотела вам показать, кто-то мне написал в комментариях, что в Турции, в Анталии, там, где Таня живет, там полный отстой, тротуаров нет и все такое. Вот я живу в 25 минутах езды от метро в Москве.
И вот вам тротуар. Вот с коляской здесь пройти вообще просто невозможно. Это я к тому, что все познается в сравнении. А то вот прям в России очень хорошие тротуары. Не знаю, может быть, в России и во всех остальных городах и поселках хорошие дороги. А вот в нашем поселке дорога именно такая. Я уже не говорю вам про тротуар на той стороне. Там его, он практически вообще просто отсутствует. И бедные мамы еле перемещаются здесь колясками. Вот если у нас коляска с большими колесами, еще можно проехать. А если будь они чуть помаленькие, вот мы с Демиром, с Кирямом здесь катались, вообще пройти невозможно. Одна нервотрепка. Не знаю, куда смотрит администрация. Я уже показывала этот тротуар в своих видео, рассказывала про него. Ну вот, пока вот так. Ничего не движется, ничего не изменяется. А в Турции действительно мне тротуары не нравятся. Если у нас вот прям тут сюда можно отойти, вот здесь проезжая дорога, то в Турции тротуар прям вплотную к забору, и обычно он очень узкий и крайне неудобный. Это на самом деле так, очень неудобные. Вот. Ну вот, например, вот смотрите, они застряли. Вот такая вот дорога. Вот. Посмотрите. А чего ты плачешь? Я хочу покатить. Ты хочешь покатить? Да. Ну сейчас вон до угла докатит, и ты покатишь, ладно? Нет. Ну пойдем, пойдем. Мама, потом папа подойдет. Да? Ты такой прям рассудительный, с папом, с мамом. Туда пойдем, сюда пойдем. Сейчас подождем, они водичку купят в магазине. Смотрите, ребята, там дед водичку купит. Ох ты. Хорошо, у тебя уже получается. В футбол пойдешь? В Турцию приедем? Я пойду на футбол. Ты пойдешь на футбол? Ну тебе не хочу. Буду в футбол играть. Ты в футбол хочешь, да, Демир? Я хочу в футбол. А, я думала, ты хочешь на это, на карате. Что, наконец-то настала моя очередь прокатить коляску с внученькой. Видите, отвлеклись. К нам присоединился, кстати, Влад. Так что мы все мои внуки. Где он, кстати? Вот он спиной идет. Стоявил. Так что все мои внуки в сборе. Внучка тоже со мной. И мы все идем прогуляться на тропу здоровья. Ну, мы там уже с вами были неоднократно. Это у нас самое популярное место для прогулок в нашем поселке. Мы идем туда. Пришли на тропу здоровья. Вот. Тут у нас здесь кафешки. Многие сюда любят приходить. Здесь очень вкусно готовят. Кафе «Француз» называется. Мы идем дальше. Вот. Ну, это же для вот какие тут у нас развлекательные. Вот такая у нас кафешка. Но она открыта, вон там можно зайти и там чаю попить, какие-то напитки. Да. Вон там еще беседочка. Демир, Кирям. Тут все гуляют. Там, видишь, тоже хорошо в лесу, они постелили деревянные дорожки, видишь? А там что? Ну, просто зона отдыха. Ну, не знаю. Вполне просто проход. Вот, да. Ну, не по вот этой дорожке идти, где бегают все. И на велосипедах ездят, а вот там. По такой прогулочной. А, ну вон там сидят тоже, видишь? С колясочками. Чипсики-сухарики? Это не мое. Дети едят. Ну как вам на тропе здоровья? Мы здесь не были. Очень хорошо. Ну, покормили комариков. Вот. Кирем, ты такой грязный весь. Держать? Ур, да? как тебе здесь? Я знаю здесь. Парк. Я хочу сторис это сказать. Можно это? Мой этот инстаграм.
Ну, я что должна сделать? Помочь тебе каким-то образом? Нет, я эту дорогу знаю. Когда это я последний раз приехал, ну, здесь, конечно, был снег. Ну, сейчас это видно, конечно, красиво. А-а-а. Ну, а там, где шашлычная эта зона, зона барбекю, ты же там не был? Там я не был. А мы сделали шашлык, когда это я приехал здесь один раз летом. Угу. Ну просто в лесу. Ну, просто в лесу. Да. Угу. Мы сидели здесь. Ну, там красиво было. Ну, сейчас, вон, видишь, у нас и дорожки, и домики, и все культурненько. Ну, да. Ну, скоро пойдем, да? Культурненько. Скоро пойдем, и ты заценишь. Да. Проходим мимо куста шиповника. Такой запах вообще прям одурманивающий. Смотрите, какие красивые цветы. Все, мы сегодня нагулялись, идем домой. Там что-то небо нахмаривает. Наверное, будет все-таки дождик. Мы его все ждали-ждали. А сейчас я смотрю, что, наверное, все-таки он пойдет. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что с нами погуляли. Нашу первую прогулку с внучечкой, с нашей девочкой. А я с вами прощаюсь. И всем пока-пока.